Показать? Покажи. У нас с вами почки не работают. И где раздобыть? Отдай мне свою почку! Вот тебе, не почка! Куда ты дел почку? Я отдам вам свою почку. А за это вы найдете Мишу донора. А ты что такая веселая, а? А я почку нашла! Ягодка моя, ты сейчас, если на родину ты вернешься, тебя тут же возьмут. Отдыхай! Найдете Мишу донор. Найдете Мишу донор. Да блин! Давайте в темпе, там человеку плохо. Что дальше-то делать будем? Шишков Михаил, какой у вас очередь стоит? Ну, допустим, 72-й. Ты вы чё? Что делать-то? Мне от вас ничего не нужно. Это понятно? А ты ему вообще кто? Жена. Блин. Ну что, ставим у вас лист ожидания? Алло. Александр Евгеньевич, могу услышать? Кудряшов Олег Михайлович. Ирина Сергеевна, вы почку ожидаете? Мне нужны молодые люди, до 35 лет, здоровые. У кого какая аллергия на лекарства? Почка? Кто-нибудь грешный, очень грешный есть на примете? Будь покойна, Наталья, этого добра не переведется. Так это ж собаки. Ну что, у них почки какие-то другие, что ли? Открепил, прикрепил. Зачем ты это все, пустого? Да блин! Эти фантазии о сексе вам неприятны? Может, это какая-то побочка от наркоза? Ну? Кустова Наталья Леонидовна появлялась здесь? Что есть здесь, братья мои? Нюхи убрали от меня! Дамочка, я что, непонятно говорю, что ли? Я с тебя Кустова не слезу, пока не выясню, что здесь происходит. Там ох!